О, да. Как я уже говорила на той неделе, мы переходим на цифровую систему, которая намного эффективнее. Лично я не согласна. Ладно, я ценю твой порыв, Брит, но все же ты не на собрании, так что... Да, Адам? Почему Брит на планшете? Потому что у нее отпуск. И мне не нравится. У тебя оплачиваемый отпуск? Нет, это была бы неразумная трата для компании, или я в отпуске по приказу начальства. А почему? Ну, судя по всему, больше у нас не ценится усердный труд. Брит ни разу не брала выходной, а это невыгодно для компании. Ты ни разу не брала выходной? Элли, смысл жизни — работа. С чего бы кому-то отдыхать от нее? Почему ты на собрании, если у тебя сейчас отпуск? Я согласилась уехать, только если буду участвовать онлайн. Брит, а где ты? Выглядит здорово. Спасибо, что спросила, Адам. Сейчас я на побережье Тихого океана на острове. Я добралась сюда на самолете, это заняло 2 часа 50 минут, а затем я арендовала небольшую лодку. Это заняло еще час, и вот я сижу на пляже. Защита от солнца 80, сейчас я пью майтай. Это алкогольный напиток на острове Роу. Ого, звучит очень весело. Правда ведь? Но кажется, мы немного отвлеклись. Думаю, пора заткнуться. Спасибо, Роуэн. Итак. Я хочу поскорее закончить с этим злоебучим собранием. Окей, спасибо, Роуэн. Да не вопрос. Это был сарказм. Что ж, команда. Итак, я говорила про новую файловую систему. Это позволит снизить количество обязанностей и дополнительных задач. Что? Ты в порядке, Брит? Да, в полном, просто тут началось соревнование по лимбо, а у меня спина не сгибается. О, ясно. Ну и главная тема собрания, причина, по которой вы все здесь. Мы уже какое-то время говорили об этом, между делом. Но я хочу официально объявить об этом. Это достаточно большая новость. Так что, может быть, Роуэн? Может, пора поднять глазки? Согласен? Хорошо. Мы переходим к... четырехдневной рабочей неделе! Нет! Нет! Четырехдневная рабочая неделя для трусов! Вы все просто трусы! Я никогда не соглашусь на это! Вам не заставить меня отдыхать! Ты что, все это время сидела в кладовке? Нет! 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 Брит, нет, иди сюда! Так, Брит, нет! Ладно. Простите все. Итак. Ты просто разрешишь ей остаться там? Пока она остается в отпуске, меня все устраивает. Итак. На чем мы остановились? Перевел Кил Кирсон, озвучено, как всегда, в странном местечке. Не забывайте подписываться на авторов оригинального контента ребят из Viva La Dirt League. Про нас тоже не забывайте. Ссылка на Telegram в закрепленном канале. В канале комментарии. Бля, все перепутал. Ладно, короче, с вами был, как всегда, я ваш Капрал Натурал. Подписывайтесь на наш Telegram. До новых встреч.